понимаете, самое интересное в науке то, что мы этим занимаемся не ради пользы. И мне кажется, что то, что вы делаете, вы показываете, что наука – это есть часть культуры, часть мышления, часть того, что нас, в конце концов, отличает от всех остальных живых тварей. Это наше почти звериное кошачье любопытство. И это самое главное. Это движущая сила искусства, это движущая сила науки и культуры вообще. Все остальное прилагается.